Меня зовут Канеда Кен, мне 13 лет, я играю на виолончели. Я выступаю с оркестром четвертый раз. Я обычно репетировал под минусовку дома, и мне было очень удобно играть вчера на репетиции. Под минусовку можно очень хорошо подготовиться и быть намного увереннее уже на концерте с настоящим оркестром. Я считаю, что под минусовку репетировать проще, потому что когда ты репетируешь с большим оркестром, конечно же, ты волнуешься. Я решил стать профессиональным музыкантом, потому что у меня начало очень хорошо получаться. Я очень рад, что мне посчастливилось попасть на YouTube, сыграть с таким оркестром, сыграть такие пьесы. Thank you.